Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать вступление Боснии и Герцеговины в ЕС как можно скорее, когда его страна станет председателем Совета Евросоюза в июле. Об этом Орбан написал в своем X-аккаунте во время визита в Сараево. Он заявил, что Западные Балканы нужны ЕС, если Союз хочет придать новый импульс европейской экономике и защититься от нелегальной миграции. В прошлый месяц члены ЕС приняли политическое решение начать переговоры о вступлении Сараева. Недавний опрос показывает, что 37% европейцев выступают за принятие Боснии и Герцеговины.